20 июня на Иловском водохранилище пройдет открытый чемпионат и первенство ОМО по триатлону. Этот вид спорта включает в себя три вида состязаний – плавание, велогонку и бег по шоссе. Регистрация участников начнется в 10 часов утра. Подать заявку может любой желающий. Победителям и призерам организаторы гарантируют медали и памятные подарки.